Всем здорово, танкищики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра, лучшего денька, лучшего как там оно? Короче, вы когда кушаете печенюшку, это очень вкусно, поэтому я вам желаю приятного печенюшку поедания, кофе пите, чай пите и овсянка поедания, манна-каша поедания и лапшичники. Респект. Короче, ребята, все, погнали, у нас на Евросервер завезли, знаете что? Розыгрыш новый на мега-контейнеры? Да ладно, я сразу же зашел на аккаунт, где 300к голды и посливал дорогие коллекционки из песочка. И благодаря этому у нас, кстати, уже 10 мега-контов посередине, не больше, не меньше, чем в прошлый раз, а больше даже. Хорошо, первый проклят за 100 золота, 150, 200, 250, 300, 370. Как по мне, он стал немножко выгоднее, или мне так кажется? Ну, уже прям как... бомбический, что ли. Ладно, все, танкисты, приятного просмотра, всего лучшего, мы погнали. Фух. И у нас выпадает с первого проклята, что же? Как хорошо, что песочка всего лишь 5 штук по 3. Но выпадать он, мне кажется, будет очень часто. Ладно, ничего страшного, посмотрим. Зато сюрприз, целых 2 конта, ну 2 раза можно по одному забрать. И мистики, наконец-то мистики, все долго их ждали. Вот это другое дело, и целых 6 черных ящиков по 3 в 2 раза. Так, а какой шанс, ребят, на мега-контейнеры? 0.01, мамочки мои, да, это серьезное заявление. Ладно, поехали. Фух, мне бы просто по 3 мистика и черные ящики было бы вообще с головой. А пока что выпадает песочный контейнер, сколько шанс, где там они? Вот они, 37%, да? Ну хорошо, черный ящик 1%, 49%. Ну и ладно, будем надеяться на лучшее, вот и все. Песочек. О, кастомизашка, ребята, 2 раза по 3 можно взять. Это неплохо, потому что одна кастомизация стоит 250 золота, если покупать в золоте. То есть, какой-никакой окуп есть, и самое главное, что мы забрали ее, уже убрали. Все, иди отсюда, ты нам не нужна. Хорошо. Так... Вау, собери все, я пока не выбил, я вообще не заметил, что он там есть. Танкисты, пишите обязательно, что же вам выпало, а я вам желаю лучшего настроения, потому что у нас выпадает песочек до сих пор. Мы будем надеяться на лучшее, ведь еще есть пару проклятов, у нас 2700 золота и весь песок выбили, а теперь самое серьезное заявление. Уже 0.05 шансы выпадения 10 мегаконтов. Интересно, если выпадет 10 мегаконтов, что будет? Мне кажется, что разрабы однажды добавят там, где 20 мегаконтов будет, стопудово. Все как с бомбическим было, так и будет. Поехали. Ну давай проверим. Что же у нас тут будет? Так, собери все. В принципе, неплохо там кистые. Фух. Если судьба, то выпадет. Все, последний проклят, потому что больше золота нету. 3 мистика, отлично. И сейчас, если нам выпадет мистики... это будет что-то чем-то. Так, песочек. Я думаю, все мы знаем, что песочек не очень интересно открывать, поэтому я его максимально быстро скипаю. И к тому же мне даже ни разу не фартануло. Не выпал сертификат. Хорошо. Так. О, 1000 золота сейчас подкинут. Ребят, красавчики. Все. Благодаря этому у нас есть возможность еще раз крутануть розыгрыш. Скорее всего, выпадет 3 мистика, ребята, либо черные ящики. А нет, мегаконт. Оу, да. Оу, ес. Хорошо. Раз. Два. Давайте на вторую секундочку просто так. Так, у нас выпадает обычная, к сожалению, наградка. Ладно. Мистический контейнер нужно открывать правильно. Поехали. Так, давай. Да, сертификат. Видали? Просто. Я не знал, что у меня выпадет. Просто поверил. Это все так до последнего. Я даже секунды никакие не считал, ребят. Просто вот поверил, все. Оно взяло и выпало. Класс. Так, 4000 свободки. Скорее всего, мы сейчас будем открывать мистик второго уровня. А там, если повезет, и третьего. Так, бустер золота. Ну, давайте, еще 2 как раз не хватает мистика до второго уровня. 100 золота. И последнее открытие. Так. 100 золота. Ну, неплохо. Давайте мистика ставим напоследок и сертификат. А пока что коллекционка. Выпадай с мегаконта. Так, ладно. Черный ящик.
Ну хотя бы свободка есть, уже приятно, ребят. Нам на самом деле не хватает немножко свободки. Кстати, мы сейчас крутанем еще Burning Gears, потому что он еще не закончился и осталось совсем немножко. Ну что, готовы? За 75 тысяч свободки. На тебе. Немножко не хватило. Ладно, танкист, не расстраивайтесь. Это у меня, не у вас, все хорошо. Черный ящик первого уровня, и у нас упадает... сразу второй уровень. На этом аккаунте мы дошли до 10-го черного ящика уровня. Но это не означает, что я дойду снова. Кто его знает вообще? Ну пока что просто открываем. Опа-на, 4-го. Не, ребят, ну я понимаю, конечно, все понимаю прекрасно. Ну ладно. Очень прекрасно понимаю. Я упал черный сердечник. А, все, понял, ребят, это... Нам, короче, вы поняли, да? Талисман внизу. Класс. Вот это я понимаю просто. Ладно, поехали. Фух. Так, ну все, фарт закончился. Но зато голда, ребят, появилась, чтобы крутануть еще розыгрыш. А это очень круто. Хоть и дорого. Так, ладно. Опа-на. 3 мистических кантоса. Сейчас выпадают черные ящики, либо... сюрприз. Стопудово. Нет, какие стопудово? Да ну те. Так, ладно. Ну давайте мистики откроем еще. Было прикольно, столько всего уже. Это что-то с чем-то. Так, пишите комментарии, если вы думаете, что этот аккаунт очень-очень везучий, независимо ни от чего. Поэтому мы же здесь дошли как бы до 10 уровня черного ящика. И 100 тысяч золота брат выбил на этом аккаунте. То есть, действительно, оно того стоит, ребят. Поехали. Нет. Мистики нужно открывать серьезно, вы что? И у нас упадает. Кто ты со своей серьезностью? Все испортил. Ладно, танкисты, зацените. Мега-контейнер на вторую секунду. Вроде подлагало, но нет. А ну-ка. Нет, ну 250 золота и собери все тоже хорошо. Давайте резко максимально откроем. Подлага никакого не было, но все возможно. Чуть-чуть не хватает. Ладно, какой сертификат лучше? Мне кажется, вот этот. Но мы откроем тоже вот этот сертификатик и надеемся на коллекционочку десятку. Что-то. Я еще не кушал, ребята. Я только проснулся недавно. И сразу контент пили для вас. Если вы будете прием, я не знаю, что я сделаю. Но это несправедливо, ребята. Вы видели? Там один прем был. И все коллекционки. Чё за... Пишите комментарии, что это было. И вообще как-то нехорошо вышло. Очень нехорошо. Раз, два, три. Вдруг выпадет шарик в компенсацию за это. Ну и удачи вам. Вот вам, разрабы. Удачи. Все. А я недавно наткнулся на приложение, которое называется «Симулятор кейсов». Как-то в группу Telegram мне скинул подписчик и такой вот скриншот. Я такой, блинчики, любопытство заиграло! И я пошел в эту игру. И что вы думаете? Принял соглашение, другую страну выбрал, подписался на Telegram-канал. Там, кстати, раздают промики, но есть особенно для вас, которые я оставил в описании, прямо сверху. А ведь промик дает целых 10 черных ящиков 3-го уровня, ребята. Благодаря этому мы можем зайти в инвентарь. Не смотрите на мои контейнеры, пожалуйста. Я заслужил их. А давайте попытаем удачку прямо сейчас. Иногда выскакивают рекламки, но это в помощь разрабу, потому что он очень трудится по 12 часов в день, друзья. И писать коды это трудно. Ведь он буквально в Play Market, в общем, 3 месяца назад выложил свое приложение, и, как по мне, оно понравилось, ребят, потому что это по теме открытий. Если вам не достает голды, смотрите, 4-го уровня черный ящик. А ну-ка, 4-го. Тем более, я хочу упомянуть то, самую главную деталь, что здесь полный рандом, друзья. И надеюсь, что у этого разработчика никогда не будет открутки подкрутки, потому что, ну, реально будет как-то не очень вообще. Фух, потому что на ВГ, ну, вот Блиц, Тенс Блиц, по любасу 100% есть подкрутка, все мы это знаем. А здесь вот смотрите, ребят, полный рандом. Поэтому если хотите проверить свою удачу, заходите в это приложение и посмотрим, сколько вас там будет. И присылайте. Кстати, подпишитесь на его телеграм-канал прямо из игры, потому что там реально я тоже нахожусь, будет очень прикольно.
Так, а пока что... Ну, что могу сказать, танкисты? Как повезло мне, так повезло. Здесь, помимо этого, есть розыгрыш, огромный сюрприз, песочные и, возможно, будут актуальны по теме игры. Вот Блиц. А бомбический и мистический, то, что нам не хватает, вот Блиц. И даже купить мистики можно и собери все, и черные ящики. Так что заходим, скачиваем и удачи вам! Едем на следующий аккаунт. Мы потратили больше 8 минут только на одном аккаунте открыть. А что будет, если здесь будет, ребят, открытие? У нас 13 821 золота. Ой-ой-ой, танкисты. Я вам желаю всего лучшего. А давайте чисто вот попробуем скипать. Так, мистический контос. А, песочница. Еще раз песочница. Эй, песочница, может ты не будешь так часто попадать? Все, мистики забрали по одному. О, подкрутка на мистики, да? Хорошо. На тебе. Кастомизашка, ну все, самое такое. Забрали. А теперь остался серьезный выбор. Черные ящики, на тебе. Еще раз черные ящики, класс. Мега контос. Собери их все. Собери их все. Все, больше голды не хватает, танкисты. Но мы расстраиваться не будем, у нас тут столько контейнеров. О-о-о! Поехали! Собери их все. Это неплохие конты. 28 тысяч свободки, вы понимаете, что только что произошло вообще? Да я сейчас открою. Знаете что? Благодаря собери их все, я сейчас открою, знаете что? Я открою... А что я открою? Мне кажется, не хватит. Сейчас проверим. Я открою, скорее всего, с контейнера за свободку. Да, вот. Это то, что я хотел сказать. Ну, хоть легендарный камо степь выпал на из. Нормально же? Нормально. Хорошо. Давайте черные ящики. Фух. Так, с черных ящиков у нас упадает 400 золота. Это очень как бы неплохо. Но посмотрим, что будет еще. 300 золота. Хорошо. Поехали. Черные ящики. Давайте нам черные ящики. Ибо... А... И родил черный ящик черного ящика. Опа! Сработало! Хорошо. Только не смейтесь громко, подавиться можно. Особенно, когда кушаете, аккуратнее. Так, ладно. 200 золота. Раз. Два. На вторую секундочку буквально. О, работает. Это хорошо. Ну, давайте, чтобы был баланс вселенной, откроем... песочные конты, которые, возможно, нам принесут какую-нибудь дорогую коллекционочку. Но, как мы все видим уже, что-то они откручены в этот раз. Ладно, хорошо, хорошо. Давайте мистические контосы. 8 контейнеров мистиков. Во, лайк разрабам за это, потому что все мистика... Все мистики ждали, они тут просто накручены. Вы это видите? Сертификат опять с первого раза. Просто, что это такое? Это что-то с чем-то. Сейчас мистик второго уровня выпадает. И 4000 свободки. Гениально просто. Гениально. Ребята, у нас шанс есть. А, где же мы мистики еще достанем? Короче, в следующий раз у нас здесь, когда будет 15 открытий первого уровня мистика, значит, там будет уже... А, нет, все правильно, все, все. Ребят, мы сейчас откроем мистик третьего уровня. Точно, у меня же есть один второго уровня и не хватает одного как раз. Сертификат! Это что такое? Респект разрабам. Вот это да. Ребят, пишите комментарии, что же вам выпадало. Сколько сертификатов вы залутали? А я, если что, открываю VPN Франции. Jardin, как ты там? С Winscribe. Фух, поехали. Черный ящик второго уровня. И бродил он. Ничего. Вот бесплодный попался. Короче, танкистая. Мега контейнер. Поехали. Ну давай, покажи мощь свою. Вау, ибо было, ну вообще, 1300 золота дал нам, вот это да. И собери все, это был подлак или просто загрузка? Подлак, но 20, не, загрузка, но 28 тысяч свободки тоже не помешает. 45 тысяч, да? Хорошо, что нам нужно? Нам нужно слить голду еще, еще и еще и еще. Сюрприз, на тебе. Прикиньте, сейчас бы 10 штук выбил, вообще было жестко. Хорошо. Что может выпасть сюрприза? Какой-нибудь контейнер с 10к голды может выпасть. Это шикарно будет. ВЗ-114. Вот, то-то и оно. А теперь на первую секунду. Вдруг выпадет танчик. 200 золота. Разрыв, спасибо большое. Но благодаря вам у меня есть возможность открыть еще раз, два. За свободку. И сейчас такой шарик. Скидыш. Ну и ладно, 100 тысяч серебра тоже не помешает.
Ой, у меня тут столько контейнеров, что аж глаза разбегаются. А давайте пооткрываем вот эти вот анимированные тоже, чтобы вам было интересно. Потому что некоторые пишут комментарии, типа: «Ой, чё ты их не открываешь? Ну открой, пожалуйста, все дела там». А я такой: «Ну хорошо, хорошо, с обвисиком, эмоциональный прожектор, D2 и все. А теперь анимированная аватарочка, точнее просто аватарочка. О, пылающий дракончик, вот эта аватарочка моя любимая. Так, о, 29 кастомизаций, ребята. Хранитель неба? Чтобы вы понимали, кастомизацию я вам советую открывать именно вот так вот, когда контейнер падает, и скипать именно тогда, когда он внизу. По крайней мере, мне так часто выпадала имба, если она вообще так работает. Так, ладно. А еще нельзя вот это нажимать открывать, открывать, открывать. Хотя часто выпадает, как вы видите, имбулька. О, камуфляжи по КД вообще. Чисто баланс Елены. Ха-ха, Тигр Герл выпал, ребят, прикол. Редкий фон профиля. Он бяканный, мне он не нравится абсолютно, но он редкий. Шансы мизерные. Мне просто повезло, вот и все. Так, ладно. Мега контейнер. И у нас выпадает с мега контейнера. Что же? 250 золота. Вы что, разрабы, не кушали, что ли, ничего с утра? Ну, пожалуйста, дайте мне что-нибудь мощное с мистика второго уровня. Сейчас такой сертификатик. Бай-бай. 30 дней према и мистик третьего уровня. Ду-ду-ду-ду-ду. Я не знаю, что сейчас выпадет, но... Но, ребята, это третьего уровня. Поехали, черный ящик третьего уровня. К сожалению, не выпало то, что я хотел. Ну и ладно, зато у нас есть голдишечка, чтобы крутануть еще розыгрыш на мега-конты, да? К сожалению, немножко не хватает. Ладно, расстраиваться мы не будем. Давайте просто выбьем что-нибудь имбовое с мистик-сертификата. Туртель МК1! Хорошо, подлагал немножко. Коллекционка? Да, КПС! Ю-ху! Имба! Так, ладненько. Раз, два... Не, так не пойдет. У меня есть второй телефончик. Ну, мой основной телефончик. Тот как вебка, как вы уже знаете. Мы заходим в секундомерчик. Это все правильно. А, значит, ставим телефончик на подставочку деревянную такую самодельную. А теперь, танкисты, поехали на третью секундочку. Ровно на третью секундочку, ведь я так уже когда-то выбил 50 тысяч золота. Сколько сейчас выбью? Ну, 2000 золота тоже на дороге не валяются. Спасибо, разраб, как раз не хватало немножко. Хорошо. На тебе! Один мега-контейнер, конечно, ради одного не стоило, но... Кто знает, что же нас здесь ждет, ребята. Обычный мега-контейнер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 250 золота! Вот это я понимаю. Так, 21-21. Все дела там. Меня немножко отвлекли, ребята. Я забыл, что я говорил. Ну, давайте откроем. У нас есть такая вот... Ну, мы много дошли, мы многого дошли. Я надеюсь, вы поймете меня. Жалко, очень жалко. Продаю, ребята, очень жалко. Ладно, это всего лишь игра. Короче, мы открываем... Ага, мегаконт. Два мегаконта. И сюрприз-контейнер. Что же нам сейчас выпадет, танкисты? G-Sor Кантос. Ну, это неплохо, как бы, да? Поехали. Мне бы хотя бы просто золото. Спасибо большое, разрабы. Вы так меня услышали? Хорошо. Мега-контейнер. Что же с него будет? 1500 золота. Класс. Это то, что мне нужно было. Еще, пожалуйста, так же. Раза два. 100 тысяч свободки. Хороши, разрабы. Хороши. Я сейчас прокручу там еще. Сделаю... Открытие за свободу. Ребята, что это такое? За одно серебро можно купить 13 штук. То есть я... А, розыгрыш мега-контейнер, значит. Я сделал баг на розыгрыш мега-контейнер, но голды у меня не хватит, да? Не факт. Пожалуйста, выпади, коллекционка десятка. Пожалуйста. Это было бы просто гениально. Я баг сделал. Пожалуйста! Вроде бы залагало. Да! Оу-е! Это то, что мне надо было просто! Шикардос, разрабы! Спасибо вам большое! О, да! Ну все, ребята.
Надеюсь, мне этого хватит. Пожалуйста, хвати. На тебе! Да! Пучики-пачики! У меня мегаконты! Да здравствует баг! Имба, ребята! Давайте проскипаем его быстренько. Просто. Вот это я понимаю открытие. Просто. Баг сделал, не выбивая главной награды. Что это такое? Наверное, только потому, что главная награда и есть мегаконты. Да, ребят, скорее всего. Поэтому баг и сделался. То есть вокруг есть мегаконты и внутри мегаконты. Но сначала откроем за свободку контосики. Так, ладно. Ну, камуфляж хотя бы выпал уже хорошо. Спасибо на этом большое. 4 мистика. Хопа. Не-не-не, скипать нельзя мистики. Это самое красивое зрелище открытий. Я говорю, накрутка вообще работает. Спасибо, разрабы. Так. 2К свободки. Ну ничего, это баланс вселенной. Так. 100 тысяч серебра. Хорошо. Значит, что нам нужно? Выбить коллекционочку. Желательно десяточку. О, девятка тоже, спасибо большое. Ребят, я думаю, вы меня все поймете. Но меня игра сама поняла быстрее вас, и нельзя больше продать. Все, не будем, значит. Хорошо, нам и так хватит сейчас золота. Точнее, ну да, золото, которое выпадет с мегаконта. О, сертификат, неплохо. Так, ну и сертификат у нас выпадает. Ах, дешевка. Короче, танкисты, мы прям затянули это видео, да? Ну, с таким-то открытием лайкосик не жалко прожать. Ой. Так. 1300 голды за 10 открытие, 1000 накинули. Это неплохо, неплохо. Так, мегаконты рулят. Запертый контейнер тоже. А ну-ка, давай. Да! Вот! Это было что-то с чем-то. Я просто не заподозрил даже. Выбил десятку коллекционку просто. Вот это реально удачное выпадение. Так что, ребята, это действительно заслуживает лайка. Так, черный ящик первого уровня. Я, конечно, все понимаю, но вдруг... Еще черный ящик. Шансы удваиваются. Так, ладно. 300 золота, мистический контейнер. Возможно, с мегаконтов мистики накрученнее. Хотя они так накручены. Так, 750 золота, 15 тысяч свободки и мистический контейнер. Это очень хорошо. А тут... Да! Оу-е! Кто думает, что это не имба? Я вам прожимаю палец вниз. Потому что, вот, например, стартовал ивентик дополнительный, где нужно третью знак классности, точнее, первую знак классности, либо мастера брать. На этом танке почти никто не играет. Поэтому я с удовольствием на скиллухе вспомнил, что он обалденный фармер серебра. И пошло-поехало. Благодаря этому я очень быстро залутал знаки классности и скоро завершу ивент, который даже не собирался, потому что времени не хватало. Фух, такую вот предысторию рассказал, а теперь можно и повыбивать еще конты. Ну, еще 1000 голды сверху накинут. Я думаю, вообще круто. Все, ребят, все. У нас 6000 золота. Мы сейчас откроем еще мегаконты. Так, мистический контос, там все дела. Черные ящики. Вау, мистические контосы. Черные ящики. И мегаконтос. Ну, в принципе, неплохо. А теперь слушайте меня внимательно. Лайкосик, ребята. Да, скоро с моих видосов уже мемчики буду делать. Если что, можете делать. Можете делать. Так, 100 золота. Только хорошие мемчики. То я вас знаю. Так, 2К свободки. Сейчас нам дадут мистик 2 уровня. Скоро. Предпоследний мистик, и нам дают 2 уровня. 4К свободки. Давайте откроем этот мистик. Ну, хотя бы вот так вот. Просто, буквально на вторую секундочку. 2К свободки на вторую секунду. Да, вот так, разрабы, да? Хорошо, я вас понимаю. Мистик 2 уровня. Чё там может выпасть? Будем надеяться на лучшее. 2К свободки. Я готовился к худшему. Так, хорошо. Песочница, все дела там. Ага, сертификата нету. А теперь самые интересные контейнеры. Это черные ящики. Омега, это просто так. Открываю. Что выпало, то выпало. Голды нам на следующий прокрут, естественно, не хватает. Однако свободки, возможно, хватает. Да. Шарик не выпал мне. Ну и ладно, подумаешь. Ч
черный ящик первого уровня. Что ты можешь? Ты моего друга обидел, да на тебя надвигается буря, так обешенный клап. Ты моего друга обидел, сюда сказал. Что-то не хотит выпадать нам. Раз, два. Ладно, танкисты, просто вспомнил Кунг-фу Панду мультфильм. Вот такой вот. Кто не смотрел, вы потеряли многое. А пока что черный ящик первого уровня рулит. Оу, Хорошо. Откуда мне столько энергии? Я еще не кушал. Ничего страшного, ждите видосики. В этом месяце, сентябре, я думаю, будет очень много видео. Каждый день. Если повезет, то по 3 видео в день. Так что готовьтесь, пожалуйста. Поехали. Просто нужно контент пилить, настроение вам поднимать. И с этого зарабатывать денежку, чтобы купить видеокарту. И осуществить всякие нужды семьи. Вот так, танкисты. Тем более, сегодня, день рождения у моего папы, да, вот так вот. Так, ладно, смотрите, ребят, раз, два, все, последний черный ящик, что там может выпасть? Оуч, черный ящик, это хорошо, тьфу ты, ребят, три черных ящика нужно открыть, и нам дают сертификат, гарантированно. Ну, блинчики, это круто как бы. Но нам не хватает. А, как это не хватает? Ну да, мы выбили все. Мегаконт. И два мегаконта. Это еще не конец, как вы видите. Но скоро загадает танчик, так что досмотрите до конца, потому что в этом видео будет целых 10 комментариев, друзья. Давайте, знаете, сделаем все по чесноку. Чтобы не было слишком много комментариев в одном видео, я сделаю по-другому. Я... Вот, например, 3 видео в день буду выпускать, да? И в каждом видео я буду по 10 комментариев вставлять. Хорошо, уговорили. Так что, танкисты, просто у вас у всех огромные шансы попасть в видео. Просто напишите комментарий, например, супер открытие там, или мне понравилось, или что вам выпало, опишите. Я думаю, это просто, а мне приятно. И вы же себе повышаете, как бы шанс сделаете хороший попасть в видосик. А пока что, танкисты, вот так вот. Выбили коллекционочку десяточку, девяточку, продали тоже коллекционочку десятку, но мы окупились. Я думаю, это действительно очень здорово. Ладно, танкисты. А, стопен. А, этот танк продается дешево или дорого? А, суточный лимит, я забыл. Все, танкисты, спасибо большое за просмотр, я вам желаю всего лучшего, давайте загадаем танчик. Поздравьте меня, пожалуйста, потому что я моду удалил. Ну, удалил моды. Хочу на скелетом быстренько все, а то что-то моды, ну, вот эти взрывы все, ну, что-то не алё. Трассера, конечно же, поставлю когда-нибудь. О, я здесь прокачал семерку, прикольно. Так, дерево танков США. Чтобы вам было интересно, из восьмерочек загадаем танк. Этот танк закрутить возможно, но однако он не слишком долго поворачивается, ну и не слишком быстро. Гоняет он медленно, естественно, но у него есть суперфорсаж. А еще у него есть пушка на 400 среднего урона за выстрел, пробитием вообще проблем нет, прошивает что хочешь. Есть лобовая броня, в лючок пробить можно, в НЛД тоже. Что-то я за подробности много накинул, все танкистое. Спасибо гигантское за просмотр, а мы выбили вот такую вот имбульку, и я вам желаю всего лучшего. Так что обязательно, пожалуйста, прожмите лайкосик, и все комментарии, которые сейчас вы видите, это ваши комментарии. Это то, что вы посеяли, вот вы пожинаете. Поздравляю всех, кто попал в видос! Поздравляю! Юху! А розыгрыш стал лучше, потому что разрабы молодцы. Они делают все лучше и лучше для нас. И надеюсь, что я когда-нибудь буду с ними сотрудничать. Все, разрабы, удачи вам! Удачи!